Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В наших предыдущих репортажах мы уже рассказывали вам о состоянии строительства на городском и легком участках транспортных систем SkyWay, которые возводятся сейчас в экотехнопарке, что возле Мариной горки. Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию по грузовой линии. Естественно, вашим экскурсоводом будет генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнная технология» Анатолий Эдуардович Уницкий. Вы узнаете технические подробности о путевой структуре, о том, сколько здесь всего будет транспортных систем, в общем, скажем, немножко забегая заранее, три в одном. Ну и также сообщу, что экскурсия началась с сюрприза. То, что мне казалось боевым слоном, на самом деле оказалось пауком инопланетного происхождения. Анатолий Эдуардович, ну вот мы возле грузовой трассы. Расскажите, пожалуйста, о сроках и о том, что мы здесь можем увидеть. Ну, вкратце мы уже рассказывали о том, что здесь будет сразу два вида струнного транспорта грузового. Вам предоставляю слово. Ну, этот паук инопланетного происхождения, на самом деле анкор-напора грузовой трассы. Это будет центральная часть грузовой трассы. Здесь вот в 200 метрах стоит другая анкор-напора. Между ними будет фирменная конструкция. Дальше будет разворот. И там будет автоматическая погрузка на ходу. И с другой стороны будет тоже разворот. И автоматическая выгрузка на ходу для сыпучих грузов. При этом мы здесь покажем систему грузовую двух вариантов. Два в одном. То есть конструкция одна, но там будут две транспортные системы. По нижнему поясу фермы будут ехать грузовые юнитраки. Они будут небольшой грузоподъемности, ну, до 5 тонн вот, для данной конструкции. Но такой грузоподъемностью можно обеспечить объем перевоза до 200 миллионов тонн грузов в год. То есть это производительность двух транссибирских магистралей, чтобы понимать, что это такое. Да? Это будет одна система, которая будет ездить вот снизу подвесную отдельными транспортными средствами. Вторая будет система, это продуктопровод, где будет бесконечный поезд идти по ферме, внутри фермы. Что-то вроде конвейерной ленты. Что-то вроде, да, но не совсем так, так. Это и на поезд, потому что у конвейерной ленты нет колес, она по роликам катится. А та конструкция будет с колесами и с приводом. Причем привод будет внешний. И производительность будет очень высокая, даже больше, чем у конвейерных лент, у промышленных конвейеров, потому что здесь у нас качение будет колеса по рельсу, значит, скорости могут быть выше, и энергетические затраты на передвижение будут, на перемещение ниже, поэтому можно больше грузов возить при той же мощности, допустим, привода. Так вот, эта система, в принципе, может тоже до 250 миллионов тонн в год перевозить. И мы тоже ее покажем. Но давайте, может быть, пройдемся вдоль нее, чтобы прочувствовать ее масштаб. Какая будет длина? Нет, длина здесь будет небольшая. Будет с разворотами где-то 400 метров. Тут дело-то не в длине, а показать принципы работы и отработать режимы. Погрузочный терминал, по-моему, тут будут. Да, да. Ну, я сказал об этом, что да. Там будет погрузка на ходу, там будет разгрузка на ходу. Это есть терминал. Так? Стрелочные переводы тоже здесь будут? Стрелочные переводы будут для грузового, вернее, для подвесного юнитрака, а там, где бесконечный поезд, там стрелки не нужны, понятно, их там, да, нет. Так? Даже как у конвейерной ленты нет стрелочных переводов. Вот я вижу, уже установлены, да, промежуточные опоры. Раньше были только анкерные. Да, и здесь вот будет ферма висеть. При этом там можно будет пустить еще третий вид транспорта. Сверху мы можем пустить еще транспорт рельсовый. Рельсовый автомобиль. Мы можем вот тот же ЗИЛ, который мы поставим здесь, ЗИЛ-131, который бегал в озерах на первом полигоне, да, мы можем сверху еще поставить такое транспортное средство на основных колесах. Первого поколения. Да, это было первое поколение. То есть здесь фактически мы делаем систему 3 в 1. Это промежуточная опора. Пролеты здесь тоже 50 метров. Это наши традиционные пролеты. Кстати, это очень большие пролеты.
Потому что на скоростных дорогах и поезда на магнитной подушке там обычно 30-35 метров делают. 50 метров это слишком большие пролеты. А мы вот идем этим пролетом. 50-метровым. А по срокам, когда тут что у нас будет готово и увидим ли мы это во время Экофеста 1 июля? Юнитрак, да, мы планируем поставить. Это то, что снизу будет. Хоть мы сейчас уже изготавливаем. И фермы будут стоять. Поэтому эту часть мы покажем. Насчет продуктопровода, это более сложная система. Мы к 1 июля не успеем. Мы покажем осенью этого года. Ну вот мы подходим уже ко второй, точнее, наверное, на первое, к которой мы подходим чуть позже, анкерная почва. И хотелось бы, чтобы все те мечты, все мысли, чаяния, надежды ваши и сотрудников закрытого акционерного общества «Струнные технологии», всех наших партнеров воплотились в жизнь. Я думаю, что во время Экофеста мы увидим не только прекрасные представления, выступления артистов, конкурсы художников и так далее, но и все то, что мы сегодня увидели, почти готовым или близким к этой степени, то, что мы все это увидим в действии. Хотелось бы пару слов пожелания нашим партнерам, прежде чем мы закончим репортаж. Строй Skyway, спасай планету! Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и ваша жизнь станет фантастикой. Строй Skyway, спасай планету!